Канале. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня мы с вами будем делать обзор нового каталога компании Oriflame номер 2, который начнется у нас уже совсем скоро, 28 января, и будет идти до 16 февраля. Я всегда думаю о том, вернее, даже вспоминаю о том, как я начинала только работу в Oriflame, и помню, первый каталог вызвал у меня бурный восторг, но я все время не понимала, что отсюда заказать, что хорошее, что не очень, что мне подойдет, а что не стоит брать. И поэтому я решила для всех записывать такие обзоры и не просто рассказывать о продукте, а показывать тот ассортимент, который есть у меня в наличии, чтобы вы наглядно могли уже по видео посмотреть, что вам нравится, что вам нужно, а что, может быть, и нет. И также будет легче рекомендовать продукции своим знакомым и близким. Сегодня у нас будет очень классный обзор, большой, потому что у меня много продукции в этот раз оказалось в наличии. Так что не будем терять времени, приступаем к просмотру. Итак, новый каталог начнется с 28 января и продолжится до 16 февраля. И этот каталог представляет красивая пара Мурат и Наталья Осман. Это звезды Инстаграма, блогеры, создатели проекта Follow Me Too. И как раз выходят два парных аромата. Надеюсь, вы уже получили пробники к этим ароматам, которые вкладывали нам в заказ или можно было заказать, для того, чтобы продегустировать заранее и выбрать, понравится аромат или нет. Я получила и мужской, и женский. Ароматы мне понравились, особенно женский. Очень приятный аромат. Вы можете также почитать его состав. Это восточно-ванильный, фруктовый. Я люблю такие запахи, поэтому он мне сразу понравился. И мужской аромат, такой древесно-водный, тоже необычный. Ароматы достаточно стойкие. Ну, хотя из пробника трудно определить, как долго будет держаться аромат. Но, по крайней мере, мне понравился и дизайн, и мне понравилось, как аромат звучит. Его нотки очень, очень приятные. И как раз будет приятная цена на эти ароматы. Они идут со скидкой. Далее. Будет прекрасная акция. Если вы из этого каталога заказываете на 500 рублей продукции, то можете весь этот набор приобрести всего за 399 рублей. Здесь 4 средства. Это маска с розой, с экстрактом розы для лица. Она успокаивает даже самую чувствительную кожу. То есть такая питательная, смягчающая маска. Гель для душа с натуральными клубничными семечками для мягкого отшелушивания. Я, кстати, этот гель очень люблю. Такое же мыло будет с ароматом клубники и лайма. Тоже, вот, это прям одни из моих любимочек. И шикарное средство для интимной гигиены с приятным освежающим ароматом орхидеи. Такая успокаивающая формула. Классное предложение. Главное, помните, что сколько раз у вас будет из каталога на 500 рублей, столько наборов вы можете взять. То есть, если у вас заказ на 1000, то вы можете заказать 2 набора и так далее. На следующей страничке, кстати, напоминаю вам, что 14 февраля будет День влюбленных, и в этом каталоге уже есть много подарочков, которые мы можем выбрать для своих любимых. И в том числе это шикарная пена для ванны и мочалка. Мягкая мочалка позволит взбить пену очень густую, а пена для ванны, обратите внимание, 750 мл, то есть это большой такой объем XXL, всего за 299 рублей. Давайте посмотрим, какой аромат. Чувственный, цветочно-фруктовый аромат, который поможет создать такую романтическую, расслабляющую атмосферу. Не забудьте еще приобрести свечи, чтобы ванна с любимым стала очень романтичной. На следующей страничке туши. Я вам покажу одну тушь с кисточкой. Это тушь с эффектом накладных ресниц. Я хочу показать вам, какая у нее кисточка. У меня вот была такая тушь синяя. У меня еще тут остаточки есть, но я ее уже не пользуюсь, а я специально оставила, чтобы показывать кисточку. Очень нравится эта кисть. Она действительно делает ресницы необыкновенно пушистыми, длинными и подкручивает их замечательно. Поэтому я ее рекомендую. А вторая тушь объемная, термосмываемая. Тоже такая тушь у меня была несколько раз. Чем мне нравится эта тушь, то что когда умываешься, не нужно никаких специальных средств для снятия косметики. Достаточно просто теплой водой намочить реснички и снять их аккуратненько, как одежду
с каждой реснички. То есть тушь снимается лохматочками, и она не размазывается по коже. То есть такое чистое, классное снятие. Поэтому я эту тушь просто обожаю. На этой страничке нас ждут чудесные помады. Помады стик. Я вам покажу, как они выглядят, но у меня нет такого оттенка, который представлен здесь. Но чтобы вы имели представление, то есть это вот такая маленькая помада-карандашик. Ей очень удобно наносить на губы без кисточки. Классный вот такой вот маленький стерженечек позволяет здорово прокрасить губы любой пухлости. И, конечно, под каждую помаду нужно подобрать карандаш, потому что с контуром все-таки помада смотрится более эффектно и красиво. У меня есть два контура вам показать, хотя у меня на самом деле есть и бежевая роза, и лиловый клевер, только я их не нашла. То есть у меня косметика, часть косметики на работе в офисе, мы там делаем макияж, и, вероятнее всего, я там и оставила. Покажу вам два карандашика. Так, у меня... здесь классическая роза, вот этот самый такой светло-розовый, хочу вам показать оттенок, очень классный цвет, и это мои любимые контуры. Если сравнивать с любыми другими, серии The One или Giordani Gold, я выберу, конечно, выкручивающийся контур, а это мой любимый, теплая корица, смотрите, какой цвет. Он мне подходит практически под все теплые помады. Его можно нанести чуть энергичнее или чуть слабже надавливая. Вот классные контуры, они стойкие, позволяют помаде держаться дольше. Я наношу контуры на все губы. Если вы посмотрите мои видео, где я делаю визаж, то вы увидите, как я прокрашиваю губы полностью сначала контуром, потом наношу помаду. А здесь у нас шикарные мерцающие блески. У меня есть блеск мерцающий беж, это самый верхний. Хочу вам показать, насколько он красавчик просто, смотрите. Вот весь переливается, дает легкий оттенок губам. Но что в нем ценно, это эти блестки и классная кисточка. На солнце губы просто все сияют, смотрятся очень объемными, пухленькими и невероятно красивыми. Я обожаю этот блеск. Но они здесь все цвета красивые, а вы выбирайте на свой вкус то, что вам больше нравится и подходит. На этой страничке нас встречают помады. У меня есть из серии, вот эти шоколадные у нас серия, два оттенка. Есть ореховая пролине, она посветлее немножечко. Давайте здесь буду пробовать. Вот она такая более светлая, натуральная на каждый день. Удобная кисточка у помад, большой объем, мне кажется, их хватит на миллион лет. И вторая помада пряная какао. Смотрите, это уже такая помада вызов, более темная. Очень красивые оттенки оба. А по мнению, вернее, по отзывам моих клиентов, кому-то помада немножечко сушит губы, не очень комфортно, но в основном отзывы все прекрасные. Мой личный отзыв очень позитивный, хотя я не ожидала, что эта матовая помада будет так хорошо лежать на губах. Честно говоря, были прям серьезные переживания, но у меня есть праймер, который можно наносить под помаду, чтобы смягчить эффект помады, чтобы она лежала более комфортно. Я даже им не пользуюсь, мне и так комфортно, просто наношу на губы, как обычно обвожу контуром, потом эту помаду. Здесь у нас тоже помада матовая, но у меня таких оттенков нет, поэтому ничего не показываю. Но вот эту помаду очень рекомендую, прям красота неописуемая. На этой страничке одна из моих любимых помад, 3 в 1. Кстати, сегодня на видео на мне помада «Чарующий беж». Если вы смотрели сначала это видео, то вы заметите. Так, сейчас показываю «Восхитительная роза» помада. То есть у нее более насыщенный такой цвет. Чем классная эта помада? Сейчас покажу, здесь хорошо видно. У нее есть сердцевинка. Далее такой, это бальзам беленький. Далее идет блеск и по краю цвет. И когда все это вместе вот так смешивается, то получается очень-очень красивый оттенок. Смотрите, она совсем бледненькая. Специально вам мазюкаю побольше. И ее и видно, розовый хрусталь, она совсем-совсем бледненькая. Я ей пользуюсь в основном летом этой помадой. Мне нравится. И завершает как раз моя. Сегодня у меня на губах «Чарующий беж». Вот она, какая красавица. Мне они все нравятся, особенно две по краям. Они на каждый день подходят. Просто восхитительное качество
помада на губах лежит комфортно, мягко и увлажняет губы, и питает. И помады с блеском придают объем очень красивый. Рекомендую. Эта помада прям достойна внимания. Я думаю, она подойдет абсолютно всем. Потому что матовая, может быть, у кого-то вызовет дискомфорт. Но эта помада точно будет комфортная всем. Так, далее. Давайте посмотрим. Губная помада в серебристом футляре. Сейчас найду. У меня таких две помады. Покупала их, когда еще была брюнеткой. А сейчас, скорее всего, вот эта помада мне уже не подойдет. «Черничные ночи». Буду кому-нибудь ее передаривать, потому что, ну, к рыжим волосам не очень идут такие явно холодные оттенки. И второй у меня, сейчас скажу, какой же у меня оттенок, я забыла, 59-й. 59-й это земляничная поляна. О, смотрите, какая у меня земляничная поляна. А вот этот цвет вполне и подойдет под любой оттенок волос, потому что такой красный алый цвет. Вечерний макияж, красные губы, будет все супер. Да, обращаю внимание, какая красивая упаковка у помады. Прям стильно, здорово выглядит. Тоже удобный скошенный грифель. И помада классная по качеству. Одна из моих любимых помад. И вот кто меня заказывает, все время идут перезаказы. Особенно очень популярная помада «Ванильное небо». Такой нейтральный цвет, тепленький, такой прям мягкий оттенок. Приятный. Так, и здесь у нас помада «Карандаш». Вот так она выглядит. Тоже у меня есть один оттенок, такой вот розовый, но он просто бомбический. Смотрите, он, конечно, подходит далеко не всем. Даже, я могу сказать, редко кому подойдет. Он такой холодный, розовый, как бы искусственный такой цвет. В природе такой не встретишь. И очень красиво смотрится на загорелой коже. То есть, если вы приехали только что с Таиланда, то вам просто необходима такая помада. На загорелой коже будет смотреться бомбически. Тоже по качеству неплохо. То есть, она мягкая. И мне что нравится, кстати, закрыла уже. То есть, это выкручивающаяся. Не нужно точить. То есть, выкрутили, закрутили. Все отлично. Я вот не очень люблю, когда надо точить, потому что идут потери помады. Так, здесь у нас помада Giordani Gold. И у меня есть тоже парочку оттенков. Только колпачки, наверное, перепутала. У меня Giordani помад, ну, примерно штук 10. Я их очень люблю. Поэтому сразу обе открою. Первая у меня яркий алый, скорее всего, нет. Сейчас посмотрю, 49-й. А, классический розовый. Вот он, классический розовый. Давайте вот сюда его нанесу. Поближе. Смотрите, какой красивый, богатый оттенок. Очень классный. Надеюсь, видно хорошо. А второй у меня золотистый медный. И сейчас он у меня один из самых популярных. К рыжим волосам просто шикарно подходит. Смотрите, какой красивый цвет. Надеюсь, видно хорошо. А в любом случае, хочу вам порекомендовать, если вы не знаете, как выбрать помаду, какой цвет, поищите в YouTube. Наверняка есть под каждую серию помад тест-драйвы такие, сводчи. Кто-то из блогеров, и у меня есть несколько таких видео, где, например, одну серию конкретно тестируют или хотя бы на руке, или прямо на губах. Но опять же, на губах нужно смотреть, например, вы брюнетка, а тестирует блондинка. И, соответственно, если вам на ней нравится помада, то не факт, что она понравится вам на вас. Так, здесь у нас помада Giordani Gold, выкручивающаяся. Классная помада, но у меня, к сожалению, нет сейчас образца. У нас была вот такая темная слива у дочки. Ну, не нашла я ее, не стала лазить в косметичке. Что хочу сказать. Очень довольна дочка этой помады. Когда я ей только подарила, это помада «Эликсир», она сказала: «Господи, я даже не представляла, что кто-то когда-то выпустит такую шикарную помаду. Мне это очень понравилось». Кстати, хорошая скидка на нее. И цвета прикольные. То есть на разный вкус, розовые, есть такие рыжие, ну прям бомба, просто помада бомба. Далее пудра, компактная пудра, к сожалению, на моей стерся кот, но у меня темненький оттенок, если вы посмотрите, то скорее всего у меня вот естественный бежевый.
может быть, даже не он, не уверена, потому что две серии были разные, в одной 3 оттенка, в другой 2, возможно, вот у меня средний оттенок из другой серии, но я вам просто хотела показать упаковку, то что дизайн тут, конечно, здесь синяя коробочка, а у меня серая, но форма коробочки будет точно такая же. То есть дизайн простой, коробочка обшарпывается быстро, то есть выглядит не очень, но качество пудры обалденное. Вот качество хорошее, коробка отвратительное, качество у пудры, она хорошо перекрывает все недостатки, и можно пользоваться отдельно без тональной основы, и она все равно выровняет, выглядит лицо. Классная, красивая пудра на лице. Вот. Если надо сэкономить, то за такую цену как раз вот взять такую пудру супер, потому что Giordani, она достаточно дорогая. Далее, CC крем. Вот такой крем я брала несколько раз, особенно я его люблю брать летом, потому что у него SPF 35, то есть обалденный защитный фактор. И когда мы видим CC, это значит, что крем очень интенсивный, заботливый, да, он будет делать коррекцию цвета лица, он защиту дает, и у него такая легкая текстура, он и увлажняет, предотвращает развитие возрастных изменений, то есть крем очень крутой и очень дешево стоит, то есть скидка 55% это просто бомба. У меня есть, кстати, несколько клиентов, которые постоянно заказывают этот крем, даже когда он без скидки, а им очень нравится. А здесь нас ждет новинка, я ее еще не пробовала, но однозначно буду заказывать, возьму себе светлый оттенок, если будет возможность, и нам привезут в Саратов новинки, конечно, попробуем, снимем отдельное видео обзор. Что мне сразу понравилось, то что это новинка. Такого у нас еще не было. Написано А-З крем. То есть это многофункциональное средство, которое улучшает кожу буквально от А до Я. Такие средства решают множество проблем кожи за один шаг. То есть мы просто наносим крем. И что мы получаем? Увлажнение, ровный сияющий тон, покрытие, защиту от загрязненного воздуха, поры менее заметны, подготовка кожи к нанесению хайлайтера и контурирующих средств, без масел, устойчивых к поту, не комедогенен. Классно. Просто классно. И еще SPF 30. Обязательно возьму. Думаю, что в лето это будет одно из самых популярных средств, потому что устойчивых к поту, это просто замечательно. Следующее средство тоже CC крем. И тоже я его не нашла, скорее всего, он у меня в офисе. Очень хороший кремушек. Чем он мне нравится, это его легкая упаковка. Такая, потому что объем одинаковый у всех кремов 30 мл. Но если упаковка, например, стеклянной баночки, то это, конечно, будет тяжелый увесистый флакон. А такой можно носить с собой в косметичке очень легко и просто. Тоже у него шикарные показатели, классно лежит на коже. Ну, прям кремушек, прям мяу-мяу, обалденный. Следующее средство – это фиксатор, закрепляющий спрей для макияжа. Вот так он выглядит, большой флакончик. Кстати, я его взяла, пользовалась буквально раза 3, потому что, в принципе, у меня нет такой потребности фиксировать макияж. На моей коже все средства Oriflame лежат чудесным образом. Я их даже, ну, как бы в спорте, да, тестировала, давала им такой квест, и в бане. И я прихожу накрашенная в сауну, например, парюсь, потом иду в бассейн, и выхожу из зала, даже не подправляю макияж. То есть у меня классно лежит макияж даже без фиксатора. Но я думаю, что для тех, у кого кожа жирная, там макияж плохо лежит, то это, конечно, палочка-выручалочка. Прикольная штучка, да? Как, я считаю, это лайфхак, который можно использовать в своей жизни, то есть делать жизнь проще. Ощущать жизнь. О, моя любимая страничка. Кстати, обожаю тени, если вы заметили, я не бываю без теней, мой макияж может быть без подводки, но тени будут обязательно. Я очень люблю тени, потому что они позволяют сделать форму глаза, видоизменить, придать выразительность легкими штрихами, и просто я обожаю тени. У меня такая коробочка, я себе собирала палетку, но то, что мне не нравится, она обшарпалась. То, что, ну, крутая, классная палетка, но какой-то материал, то, что, видите, он весь поцарапался. А мне нравится, когда продукты служат долго, например, как серия Giordani. Если ты уж берешь, то упаковочка классная, качественная. Ну, конечно, она и стоит в разы дороже.
Ну, окей, остановимся на палетке. Очень удобная штука, то что это магнитная палетка, у нее есть зеркальце, которым я, кстати, не пользуюсь, потому что макияж делаю в основном всегда дома, но в дороге это очень удобно. В нее мы подбираем разные оттенки теней и румян и вставляем то, что нам нужно. Мы можем, например, собрать 4 оттенка теней и вставить румяна, потому что румяна как раз занимают по расстоянию 2 теней. Они вынимаются просто, не знаю, как-то их вытряхнуть, может быть, можно. Ну, короче, поддеть и вынуть, и они там на магнитике. То есть вот так просто они не вываливаются. Я даже роняла эту палетку, очень жестко она у меня шлепнулась. У меня выпали тени, но не разбилось ничего. То есть она вот нигде не пострадала, не отвалились никакие пластиковые крепления, как это зачастую бывает. Что-нибудь шлепнется, все вдрызг. Тени не разбились, даже не потрескались, не, вообще просто шикарное качество. Я, конечно, не специально это делала, но так получилось, что пришлось, да, пережить такую проверку и прошли ее достойно. Выходит новинка, шикарная новинка. Ой, я уже помадами прислоняюсь к скатерти. Выходит шикарная новинка, корректирующая пудра-фиксатор. Она мне напоминает нашу пудру в шариках, как будто наши шарики, вот эти сияющие Giordani Gold, расплющили и сделали из них вот такую вот палеточку, да, рефил. Я думаю, что это тоже будет очень популярное средство, потому что коррекция, она всегда, как говорится, помогает сделать лицо интереснее, выразительнее, свежее. И подчеркнуть наши достоинства и скрыть недостатки. Поэтому я думаю, что это будет очень популярный продукт, его разберут в момент. А на этой страничке у нас устойчивающая тональная основа. У меня ее, кстати, нет, но если у вас действительно жирная кожа, то вам это номер один, да, выбрать эту тональную основу. Огромное количество кистей. Кисти у нас все шикарного качества. Просто вот ручаюсь за каждую кисточку, потому что я пользуюсь только кистями Oriflame. И так как я делаю ими постоянно макияж разным людям, после каждого визажа я кисти стираю, сушу, и они на протяжении многих лет служат верой и правдой. То есть не обламываются волоски, не выпадают, кисть хорошо зафиксирована, то есть не разваливается. Ну, это бывает крайний случай, когда, например, просто вот расшатывается немножечко как бы насадочка, отваливается от ручки. Элементарно, капелька клея, все на месте. Следующая страничка — это карандаши для глаз. И у меня есть 3 оттенка. Сейчас вам все 3 покажу. У меня есть самый светлый оттенок. Где будем пробовать? Давайте здесь. Даже не видно практически. Телесного цвета. Это очень удобно, кстати, хотя это карандаш для глаз, я им делаю точечную коррекцию, если нужно какую-то там веснушку запрятать, да, что-то вылезло. Очень классно им делать макияж, как же он называется, Smoky Eyes, например, да, то есть мы прям по белому начинаем так прокрашиваем вот внутреннюю часть глаза светлым, и сверху начинаем работать темным карандашом. Вот я вам показываю коричневый. Смотрите, какой красивый цвет. Он такой коричнево-серый, глубокий, без рыжего подтона. Прям идеальный цвет. И черный. Черный, он прям хороший черный. Видите, четкий черный, если сравнивать. И кто любит черные карандаши, то он просто идеален. Кстати, здесь есть трафарет для макияжа, но я никогда им не пользовалась, поэтому ничего про него не могу сказать. Но если есть время и возможность финансовую, можно взять, да, ну, поиграть. Поиграть, наносить им правильно тени, контуры вот эти все выкладывать. Ну, прикольная штука. Так, на этой страничке у нас подводки начинаются, и у меня есть золотистая, желтая, вам покажу, 50% скидки. Подводки крутые. Она у меня очень старенькая, ей больше года. И смотрите, она все равно в хорошей форме. Я не часто пользуюсь, но иногда вот просто вот поиграть с макияжем, особенно летом, я люблю цветные разные тени, туши и цветные подводки. Я просто обожаю, потому что они придают какую-то необычность взгляду, выразительность, игривость и разнообразие. Поэтому вот эта подводка мне очень нравится. Она не трескается, не осыпается, не сваливается на щеки. То есть очень хорошее качество. Следующее — это жидкие тени. У нас осталось почему-то 2 оттенка. Это стальной. О, у меня вот старенькая упаковка. Я его всегда использовала как базу под макияж. Просто на него круто ложатся сухие тени.
вот на эту базу. И такое чувство, что идет подсветка изнутри, тени смотрятся очень эффектно, макияж получает такого вечернего плана, очень стойкий, потому что эти тени, они высыхают, и их уже не сотрешь, они чуть-чуть подсохнут. Тут, если вначале я еще их могу растереть, потом вам покажу в конце, что они вообще такие, ух, крепкие. Так, далее, тут для ресниц, прикольный органайзер для косметики, кстати, цена хорошая на него в этом каталоге. А следующая страничка — это карандашики. Сейчас найду, есть у меня один из карандашиков. Был, по крайней мере, но что-то я его не наблюдаю. Бывает такое, что что-то не доношу, донесла, вот он. Он просто в красной упаковке, я его немножко не признала. У меня есть оттенок зеленоватый, надеюсь, это он. Давно не пользовалась. Такой зелененький. И вот за эти карандаши я просто вам говорю, что они очень классные. Смотрите, как классно. Во-первых, красивые цвета, во-вторых, стойкие, в-третьих, мягко лежат, не растягивают веки. То есть мы, когда их красим, они сразу же легко ложатся, не надо тянуть века, там, тушевать. Бывают тут жесткие карандаши, я их такие вообще не рекомендую использовать, потому что постепенно, шаг за шагом века растягивается, и появляются морщинки, обвислость, которые уже не обратить обратно. И есть у нас такие крутые линеры, я их называю. Но это стойкий карандаш, подводка для глаз. Они вот как фломастеры, у меня зелененький. Что хочу сказать, они настолько стойкие, что их просто невозможно стереть. Ой, капля. Давно не пользовалась. Честно говоря, не пользуюсь практически им, потому что умываться потом невозможно. Я даже снимаю макияж водостойким средством для снятия водостойкой косметики. Кстати, в этом каталоге будет вот таким вот средством бомбическим. И то надо много-много раз протереть, чтобы снять этот зеленый. Я вот буду потом руку смывать, я измучаюсь. Но чем я люблю этот фломастер, то что очень круто им рисовать стрелки. Ну, тут на руке не рисуют, я потому что кремом руки мазала. Но очень классно рисуют стрелочки, легко, даже если у вас нет опыта, и вы говорите, я не умею пользоваться подводкой. Вот этим вы сможете, потому что это как ручка, как будто писать. Мы же легко пишем, вот поэтому вам легко будет нарисовать стрелочку. А обычно вот такими подводками с кисточкой, как я показывала, желтую, вот с такими вот обычно девчонки мучаются, потому что кисточка гнется, ей трудно управлять, к ней нужно приноровиться, и не каждому это удается легко и просто. Так, что здесь? Так, глянцевые помады. Такой помады у меня нет. Оттеночный бальзам «Хамелеон». Никогда не брала, не знаю, что это такое. А вот такие помады с глянцевым эффектом я просто обожаю. Вот вам покажу просто на этом же месте. Смотрите, как наносится. Просто с первой ноты глянец. Посмотрите, как это красиво на губах. Круто лежит без контура. Классная, опять же, кисточка. Мне очень нравится. Без контура, без обводки, просто наносите на губки, губки как леденцы, настолько аппетитные, смачные, вкусненькие. Вот эти помады я просто обожаю. И на них скидка 60%! Обалдеть! Никогда не было такой цены. Так, здесь у нас бальзамчики для губ, это новинка для зимы, защитный со снежинкой. А здесь у нас прикольный бальзамчик для мгновенного увеличения объема губ. То есть вы наносите, идет такой эффект, как будто губы покалывают, и они становятся чуть больше, прям объемнее. И цвет меняется, губы становятся ярче. Ну, тоже прикольный лайфхак. Так, здесь у нас будет новинка, и мы сможем пока заказать только пробники помады по 15 рублей. Несколько новых оттенков серии «Энергоблеск». Такое сияние, бесподобное сияние, конечно, у этих помад. Чем-то похоже вот с жидкой помадой, которую я вам показывала, но намного более энергичные блестки. То есть, если здесь чуть-чуть поблескивает, то здесь просто бомба. Выберите себе какие-то оттенки, закажите пробники, прям в первый заказ, потому что пробники тоже быстро разбирают. И попробуйте, прежде чем купить. Это классный такой лозунг. Так, здесь тушь. Это моя любимая тушь. Все-таки, что бы я ни пробовала, я все время возвращаюсь к туши с кисточкой 5 в 1. Мне не важно, в каком она упаковке, в каком дизайне. Мне главное, чтобы была эта кисть. Потому что эта кисть идеально прокрашивает ресницы, поднимает их, фиксирует, утолщает, удлиняет. Я от нее в восторге. Она делает реснички веером. То есть вот две мои любимые кисточки. Это тушь, которую я вам показывала, гипнотик.
с эффектом театральных ресниц и 5 в одном. Поэтому берите, тушь классная, очень суперская. Здесь у нас интересные штучки, такие приколюшки, лаки и средство, которое сверху покрываем и в темноте, да, при дневном свете светится. И помада трансформер. То есть несколько, 4 оттенка помад и одна черная помада, которая меняет помаду на другой цвет. Кстати, вот эта черная помада, у меня есть видео на канале, я показывала, как меняются цвета. Она меняет цвет абсолютно любой помады, не только этих 4 оттенков. То есть вы можете взять черную помаду и все свои помады изменить до неузнаваемости. Здесь у нас средство для снятия лака, фирменное Oriflame. Кстати, какое красивое колечко. Почему его не продают? Я хочу такое колечко. Далее. Средство для снятия косметики. Мое любимое, как всегда показываю, видите, оно двухфазное. У него внизу синий цвет, сверху светлый. Перед тем, как снять косметику, его надо взбултыхать, взбить, нанести на ватный диск, просто прижать глазу, подержать и нежненько снять. Не надо тереть, не надо торопить события. Дайте средству поработать, чтобы он растворил подводку, тени, тушь. И все прекрасно снимется, вы не будете растягивать кожу. Второе средство розовенькое. Его обычно любят больше, чем это, потому что это жирненькое, оно оставляет прям жирный след. Но мне это нравится, потому что у меня сразу идет ощущение, что у меня увлажненная кожа, нет стянутости. И это средство у меня очень плохо снимает макияж. Но дочка моя выбирает всегда вот это розовенькое, ей не нравится синенькое. И большинство, вот с кем я говорю, как бы мнение делится. Кому-то нравится это, кому-то оно категорически не нравится. Но это, в принципе, средство для снятия водостойкой косметики предназначено. Поэтому оно такое вот жирненькое, оно такое вот быстро растворяет косметику. Я не пользуюсь водостойкой, но мне нравится, как быстро снимает макияж. Поэтому я его всегда рекламирую. Так, здесь у нас все для ногтей. Что у меня есть? Лучшее укрепляющее покрытие. Вот оно такое сиреневое, такой приятный цвет. Все средства, которые я перепробовала, я даже частенько беру это средство против ломкости, но оно так не работает круто, как это. Но вот именно вот это средство второе, против расслаивания ломкости, мне нравится, как оно самодостаточно, оно очень красиво, как будто французский маникюр. Вот здесь вот на модельке ногти, видите, они как будто молочного такого цвета. Вот именно такой эффект дает это средство, поэтому я его беру просто как лак и в то же время, ну, разнообразить немножечко уход. Следующее — это закрепляющее покрытие для лака, просто прозрачка, но оно идет с эффектом гель-лака. То есть, если вы покрываете обычный лак, во-первых, он становится такой более объемный, выпуклый, и в то же время держится лак намного дольше. У меня очень плохо лак держится, я постоянно оббиваю об клавиатуру ногти и частенько балуюсь тем, что мою посуду без перчаток. Поэтому лак у меня лежит недолго, максимум 5 дней, а с этим средством у меня дня на 3 продлевается. То есть я неделю спокойно хожу с маникюром, и мне это очень нравится. И еще одно средство у меня есть. Матирующего у меня нет, никогда не брала. Не люблю почему-то матовые лаки. А у меня есть еще двухфазное масло. Вот маслица мне прям нравится. Его надо взбить, потому что оно тоже такое, как средство для снятия косметики. И вот так аккуратненько снимаем лишнее с кисточки, наносим быстренько на все ноготочки. Я сразу так по... где начало роста ногтя и где кутикула. И я просто вот так вот аккуратненько втираю. И вот мне очень нравится. Я не часто им пользуюсь, но когда делаю маникюр, стараюсь всегда маслицем потом вот сделать. Потому что такой сразу ноготочек становится, смотрите, сухость убирается. Он такой ухоженный, оно все быстро впитывается, лак никак не портит. То есть можно пользоваться каждый день, главное не забывать. Обалденно удобные палочки. Кстати, возьму себе такие палочки, потому что у меня закончились, для удаления кутикулы. Они не травмируют ногтевую пластину, как травмирует железная такая штучка, которая отодвигает. Лучше ей не пользоваться. И аккуратненький маникюрный наборчик. Так, на этой страничке у нас бесподобные лаки серии The One. Я их обожаю, просто люблю, не знаю как. Первая серия, она ограничена
всего 5 оттенков. Я вам покажу один ягодный йогурт. Подождите, это он? Нет, вот он. Вот ягодный йогурт. Просто хочу показать, насколько это красивый лак. Вот просто невероятной красоты. Такой цвет, посмотрите. И вот он действительно на ногтях очень непрозрачное покрытие, то есть достаточно плотное. Если один толстенький слой наносить, то этого достаточно, чтобы вот все уже балдеть от этого цвета. Я его даже, наверное, повторю, потому что невероятно красивый. Даже не ожидала, когда его заказывала. Ну, надо же, какой лак. А когда получила, просто сразу пришла в восторг. Так, далее у меня есть два оттенка. Один вот крем-брюле, 20-ка у него на конце. Вот он такой вот. У меня на самом деле лаков очень много, но просто если я все покажу, мы будем целый час смотреть. Вот, смотрите, у него прям такой чайная роза, оттеночек красивый, прелесть. Это лаки любит моя дочка. Вот эти вот два оттенка я у нее взяла. Посмотреть. Ой, сейчас плотно закрыт. Розовый нюд, по-моему. Ну, мне не хватает силёнок его открутить. Просто, чтобы вы увидели по цвету. Он чуть-чуть более насыщенный, чем первый оттенок. Это розовый нюд. Не открывается. Далее есть у меня вот такой вот нежная лаванда. 24-й оттенок. Надеюсь, он откроется. Я просто руки еще кремом намазала. Смотрите, какой цвет красивый. Такой вот прям лавандовый. И два взяла бомбических красных. Красный самый беспроигрышный вариант лаков. И у меня их всегда много. Есть красный коралл 29-й. Посмотрите, какой цвет. Прям вау. От ваших рук никто не оторвет взгляд. Но этот лак нужно носить настолько тонко. По краешку, чтобы он лег идеально, просто идеально ровно. Потому что если, например, светлый лак, вот как у меня сейчас, его можно как попало тяп-ляп нанести, и все равно не видно. То чем ярче, чем краснее лак, да, чем темнее цвет, тем более аккуратно его нужно носить. А здесь у меня, наверное, классический красный, 30-ка на конце, да. О, какой цвет, смотрите. Здесь вам хорошо видно. Вот я люблю такие лаки, и, конечно же, по настроению и под одежду нужно подбирать, потому что если вы ходите, идете на вечер, да, куда-то в ресторан, там, в театр, то это, конечно, очень круто, очень актуально. Если это обычная рабочая обстановка, обычный день, ой, не знаю, куда их поставить, то, может быть, вам будет не очень комфортно. То есть такие лаки, они обязывают и одежду подобрать такую более солидную, красивую, эффектную. Так, я мелкое все пролистала. Что здесь? Покажу вам карандашик для бровей Giordani Gold. У меня есть темно-каштановый оттенок. Смотрите, с одной стороны очень классная щеточка, удобная. С другой стороны карандаш. То есть расчесали бровки, прокрасили. Очень хороший карандаш по качеству. Расчесали. Опять щеточка. Все. Все, будет лежать, будет классно выглядеть, очень удобно, то что не надо с собой дополнительно кисточку таскать. Все уже в одном. Карандаш потрясный. Два оттенка. Один пепельный, он прям посветлее. Другой каштановый. Каштановый я вам показала. Здесь у нас будет объемная основа тушь. У меня ее, к сожалению, нет, но я обязательно закажу. Давно ее хочу, но ее все не было на складе. Маленькая рекомендация. Не допускайте такую ошибку. Нанесли основу, не ждите, пока высохнет, сразу наносите тушь. Иначе, если она высохнет, то вы потом будете с трудом прокрашивать ресницы, чтобы закрыть белый цвет, потому что она будет прям белая лежать на ресницах. И тушь надо нанести сразу, чтобы черный цвет перекрыл белый. Будет классный объем, тушь будет подкручивать реснички и так далее. Так, далее у нас тушь Giordani, цены хорошие, классные. Здесь у нас все со скидками Giordani, роскошные тени. Обожаю эту пудру. Стойкая минеральная основа, кстати, в таком же флаконе есть антивозрастная. Здесь SPF 15, и она более плотная, чем антивозрастная. И есть корректор. У меня, кстати, он есть в наличии, но я почему-то себе взяла темный. И я им, знаете, как пользуюсь, где мне надо что-то спрятать, утопить. То есть он достаточно темный, видите? Или под загар. То есть я им пользуюсь не часто, у меня его очень много еще, то есть редко пользуюсь. Но если нужно сделать коррекцию, или я делаю антивозрастной макияж, то он мне очень здорово помогает, потому что у него очень хороший тон и плотность.
Далее здесь покажу вам только одно средство. У меня есть восстанавливающий бальзам для губ. Он бесподобен просто. Очень удобно. Смотрите, у него такая губочка. Нажимаем. И вылазит, смотрите, вылазит помада. Вот такая. То есть это как помада блеск. Дает легкий оттенок. Обалденный аромат ванили. Просто такие вкусные, красивые губки. То есть он не помада, это бальзам. То есть, но оттенок вы получите. То есть вот прям как на губах у модели есть, то вы то же самое получите. Классная штука. Прям люблю и губки такие ухоженные, хорошенькие. Помада. Серия Colorbox, но у меня таких помад нету, даже вам не покажу, но хвалят, берут с удовольствием. Тут всякие аксессуарчики у нас пошли, подарочки. Если что-то будет показать, я вам сейчас покажу. Надеюсь, у нас получится видео снять отдельное по новинкам. Так меня манит эта сумка, я еле держусь прям. Вот, я вам покажу серьги, потому что я от них без ума. И я думаю, что такие серьги, они пригодятся любой девушке. То есть они сделаны как кольчуга, смотрите, маленькие-маленькие звёнышки между собой соединяются. И эту кольчужку можно носить отдельно, то есть снять с гвоздика, оставить только маленькую часть или сразу две. То есть оно как трансформер снимается. И она очень мягкая, то есть она вся извивается, как змея, как вообще просто бесподобно легкая, щекотит шейку. Очень классные серьги. Я их рекомендую, у меня вот кто их видит, тоже заказывают. Двое у меня подружек заказали такие серьги и очень довольна. Так, дальше. Этого у меня нет. Кстати, есть такая сумка. У меня ее дочка забрала. Дизайнерская сумочка. И она очень стильно смотрится. Классная прям сумка. И есть у меня вот такая сумка, но я вам тоже ее не покажу. Не взяла. Ну, есть она в других видео, в обзорах сумочек. Посмотрите. Вау, целый набор смягчашек. Разного вкуса. Я вам покажу одну. Кстати, мне очень нравится аромат в синенькой баночке. Он с маслом семян черники. Просто прозрачное средство. Просто классно смягчает все. Можно мазать кутикулы, локти, пятки, колени. Все, что шушится, трескается, губы, вокруг глаз, нос. То есть я им прям целиком руки мажу. Если у меня руки бывают прям... Ну, хочется дать им питание, они прям кричат, дай мне влаги. Я просто вымазываю, я не экономлю, потому что средство недорогое и очень классно. Шикарная коробка. У меня в таких коробках хранится бижутерия. Потом. Так, у нас выходит новая серия Optimals, обновленная, даже не новая, а обновленный дизайн. Очень красиво, мне кажется, это так стильно выглядит. И уже мы можем брать антивозрастную серию. Мне нравится новый дизайн. Обожаю все с дозаторами. Это здорово. Мы можем брать уже серию для сухой чувствительной кожи в розовой баночке. Обращаю ваше внимание, кстати, на крем для глаз. Это единственное, что у меня сейчас есть из этой серии. Я его подарила дочке. Это крем. То есть это не гель, это прям крем. Нормальный такой, настоящий. И он очень классно снимает отечность, шелушение, с мимикой хорошо работает, темные круги убирает. Просто бесподобен. Можно прям пользоваться им легко, с удовольствием для любого возраста. Для жирной кожи уже доступна серия. И мы ждем для кожи комбинированной, да, в синеньких баночках, пока их нету. Так, следующая серия Eco Beauty. Эта серия на 95% содержит натуральные ингредиенты. Потрясающий дизайн. Вот у меня молочко в руках. Потрясающий красивый дизайн. Очень крутая серия. Она просто, наверное, круче ее нет. Чем она хороша? То, что она одобрена EcoCert. Это значит, что натуральная косметика сертифицирована этой организацией, соответственно, со стандартами EcoCert. Это просто очень круто, ребят, чтобы получить этот стандарт, подтверждение, ну, эта серия бесподобна. Так, далее Novage. Novage у нас есть несколько комплексов для более молодой кожи, которая 25+. Для той кожи, которая подвержена пигментации, есть отдельный комплекс против пигментации. У меня, кстати, закончился ночной крем из этой серии. Вот я прям уже последние капли там вот выдавила вчера.
приготовила тюбик уже для обзора пустых баночек. Мне он очень понравился, его консистенция, не знаю, получится ли выдавить капельку, да, еще капля. Смотрите, какая консистенция, то есть он не такой жирный, как обычно, вот ночные кремы густые, он так легко впитывается, от него такая кожа мягонькая. Но, кстати, пигментация у меня не уходит, потому что, наверное, только одним кремом этим пользуюсь, чего-то, да, не хватает. У меня несколько пятнышек малюсеньких, они так и держатся. И покажу вам еще средство для умывания. Это гель-тоник, который просто покорил меня с первого раза. Как только я его попробовала, это какое-то невероятное чудо, я держу в руках, испытываю восторг и преклоняюсь перед людьми, которые это создали. Невероятный продукт. Настолько четко, чисто очищает кожу, нет никаких ощущений сухости после этого. И нет желания протирать тоником, и это сокращает процесс ухода за кожей на целый тоник. Потому что надо взять ватный диск, налить на него тоник, протереть лицо. А этот гель тоник 2 в 1. Рекомендую, очень. И у меня сейчас дневной крем из серии коллаген. Как раз вот зелененькая серия. Мне тоже нравится то, что он с дозатором, да, вы заметили. И все-таки я себе заказала крем ночной из серии Ultimate Lift, потому что хочется коже дать больше питания ночью, потому что хочется оставаться молодой, красивой. А, я так варварски открываю коробку. Вот, новый абсолютно крем. Обожаю эту серию. Раньше мне не нравилось то, что в ней было молочко. Кстати, смотрите, более темная упаковка. А это дневной крем, поэтому более светлый. Шикарная баночка. Посмотрите, я в руках держу чудо. А вот так все запечатано. Открываю, потому что сегодня уже начну им пользоваться. И легкий-легкий сиреневый оттенок. Может быть, он от стекла кажется сиреневым. И чудесный аромат у этого крема. И, конечно же, он помогает коже быть долго молодой и красивой. Вот, рекомендую. Novage номер один. Это мой выбор. Раз и навсегда. Так, далее. О, кстати, прикольная серия. Двухфазный пилинг. У меня он есть. И я забыла, надо им пропользоваться. Потому что им там раз в неделю. Тут есть инструкция, как что делать. Два тюбика. Сначала делать первый этап, 10 минут ходите. Потом вторым протираете все лицо и делаете уход. Далее. Средство выравнивания. А, выравнивающий праймер. Не взяла, но он у меня есть. Ну, кстати, праймер неплох. Да, он действительно делает такой эффект. Но если уж говорить о праймерах, то мне больше нравятся праймеры серии Zewan. Как ни странно, он дешевле раз в 3-4. Но по качеству он очень классный. Маски тканевые. Кстати, сейчас такой бум на эти маски. Я все никак не попробую. У меня даже лежит купленная, и я забываю просто это сделать. Это серия для молодой проблемной кожи. Кому нужно порешать проблемы с воспалениями, прыщики там, и так далее, то собирайте, вот, забирайте весь комплекс, потому что здесь есть все. И очищение, и тоник, и крем, и скраб, и маски, и все на свете. Помните только, что если у вас кожа проблемная, есть прыщики, скрабом нельзя пользоваться, пока вы прыщики не, ну, как, не залечите. Так, алоэ, серия с алоэ. Вот у меня есть в руках тоник. Это не мой, это моей дочки, кстати, заканчивается тоник. Чем хороша эта серия? Что у нас здесь? Я взяла тоник, хотя тут нет тоника. Ну ладно, вы, по крайней мере, посмотрите баночку, как это выглядит. Очень надолго хватает, хороший объемчик у этого средства, 150 мл. Вкусный аромат, мягкая серия, не пересушивает кожу, подходит, мне кажется, для всех типов кожи подойдет, потому что действительно мягкое, нежное очищение. И здесь будет скраб, крем-гель для лица, вот такой мы, кстати, часто берем для Лерочки, и гель для умывания. Да, и гель мы тоже берем постоянно. Так, двигаемся дальше. Wellness, о, это моя любовь. Wellness, это красота изнутри, это реально, правда работает. Кстати, вот сейчас пью комплекс, внутрикомплекс, ногти растут просто как бешеные, просто не успеваю их. Я люблю короткие ногти, я только сделала маникюр, у меня опять они отросли. Такой эффект и на волосах, то есть он прям целевой для волос и ногтей. Я люблю все. Я люблю наши супчики, наши коктейли, супчики. Астаксантин обожаю. Сейчас пью омегу, активно у нас
по акции взяли несколько баночек, и пьем прям омегу с удовольствием. Вкуснющие батончики. Вот, дальше. Вау! SkinPro, я вам даже его покажу, с моей любимой насадкой. И вообще, в принципе, этот аппарат, он облегчает нам жизнь и экономит огромное количество денег. Потому что за кожей надо ухаживать, да, многие ходят к косметологам, тратят деньги. Но один поход к косметологу стоит, ну, явно не 500 рублей, да, это где-то порядка полутора, двух, а то и трех тысяч, чтобы сделать чистку и так далее. Классный аппарат, его ставим вот таким образом на подставочке, удобная подставка. Ставим в ванной, меняем насадки легко, то есть раз, сняли, взяли другую, оп, одели. Включается кнопочка, и у него идут вибрации, то есть он просто, о, щекот, он не крутится, он просто вибрирует, и за счет того, что вот эти сильные вибрации, он подходит для чувствительной кожи, для проблемной. То есть он, о, щетинки вот эти очень мягкие, очень нежные. И они не травмируют кожу и делают пилинг в несколько раз мощнее, чем скраб, если вы сделаете. Представляете, вот это вот мягкое чудо делает такие чудеса. А если вы сделаете вот с этой насадкой скрабирование, то будет еще круто, она силиконовая. Да, наносим средство, ну, например, пенку для умывания и проходимся вот с этой насадкой. Представляете, какое будет крутое, классное очищение. А это массажная насадка, мне очень нравится с ней наносить крем для лица. Особенно вечером я это люблю делать, потому что эти вибрации, они позволяют лучше впитаться кремом, более глубокое проникновение крема идет. И массаж лица, то есть кожа прям, знаете, вот прям кровь начинает бежать по коже, румяшечка появляется. Я даже по губам вот делаю, провожу, губы становятся такие яркие, классные. Так, следующий аппарат. Кстати, по поводу аппарата, что я вам хочу сказать. Он не дешевый, да? Он стоит 4000. Воспользуйтесь скидкой 50%. Возьмите его со скидкой, он вам выйдет за копейки. Потому что в магазине такие аппараты стоят гораздо дороже. Следующая коробка – это наша шлифовальная электрическая роликовая пилка. Вот она прямо в такой коробке большой приходит. Ой, сейчас выдохну. С инструкцией все как положено. А вот в таком вот поддоне. Я даже не выкидываю, потому что, в принципе, удобно хранить. Снимаем. Вот так поворачиваем. И пошла движуха. Пользуюсь не часто, но пользуюсь. Мне нравится, как она, как завершающий штрих. То есть, когда вот надо реально уже просто отполировать пяточки или поддерживать пяточки и пальчики в хорошем таком состоянии. Но, честно могу сказать, что я могу спокойно без нее жить. Просто обычной пилкой на сухую делать такой вот, ну, мягкой, более такой мелкой стороной, потому что пилки у нас обычно двухсторонние, просто отполировать сухой пилочкой. На самом деле, вот этот аппарат можно было не покупать. Ну, я обязана была это сделать, потому что я фанат гаджетов. Так, сейчас я уберу, чтобы не мешалось. Я фанат гаджетов, и я всегда покупаю все гаджеты, которые предлагает нам компания, и мне они, в принципе, все очень нравятся. Вот, дальше. Серия с каштаном. Вот честно, только закончилась буквально, вот, крем быстро закончился, потому что здесь небольшой объем, 150 мл, крем для душа вот прям недавно. Очень довольна, даже лежит второй комплектик, новенький, еще не достала. Все понравилось, и качество, и аромат, и дизайн. Я очень люблю такой дизайн необычный, я, наверное, как художник на это смотрю. Правда, очень красиво все сделано. И качество, и дизайн, все... Как говорится, только говорит, возьми меня, используй меня. Так, здесь у нас кремы. Все три классные крема. Покажу вам, вот один у меня есть в наличии, прям запечатанный. Но у меня здесь 100 мл, а здесь будет 150. Обратите внимание, что это будет флакон еще на 50 мл больше. То есть его и хватит на дольше. И вообще крем один из лучших. И аромат мне нравится в нем. И мне нравится, как он напитывает кожу, что он не слишком густой, он не легкий, как лосьончики. Вот, например, на последней страничке у нас будет крем. Я уже могу предположить, что он будет такой все-таки, ну, более жиденькой консистенции. А это прям крем как надо. А, смотрите, один питательный, другой защитный. То есть на ночь питание, днем защита, потому что где-то в воде возимся, да, какие-то работы делаем, может быть, по дому, то надо будет защитить. А первый крем, он вообще с силиконом и глицерином.
То есть он и увлажняет, и смягчает, и разглаживает. Вот мне, кстати, он очень нравился. У меня были такие кремики. Несколько раз заказывала. Я что-то про него забыла. А вот сейчас прям зовет. Но здесь 75 мл. Обращайте внимание. Вот та самая пилочка, про которую я говорила, что она двухсторонняя. И ей можно как полировкой на сухую делать вот эту полировку пяточек. То есть не размачивать, а в сухом состоянии. Будет классно, кстати, всякие прикольные подкладочки под обувь, чтобы не натирать там и так далее. Тут все для ног и все со скидками. Но у меня нечего вам показать, я думаю, сами все прочитаете. Для ног у нас все крутое. Вот вообще любое средство, вот какое вам нужно, берите любое и не ошибетесь. Так, есть у меня вот такие штуки, например, у меня есть антицеллюлитный гель для тела. Я, правда, крышку теряла по дороге. У него так крутится, раз закрыли, раз открыли, роликами крутим, на пузико давим, гель вылазит. То есть прикольная форма, но на самом деле они, вот эти ролики, они, ну, беспонтовые. То есть если уж я беру массажер и им прям вот продираю кожу, разогреваю, то да, то этот практически не чувствуется. И второе средство для укрепления области груди и живота. Но я достаточно ленивая, редко пользуюсь, но эффект от него есть. Есть хороший. У меня многие, есть девчонки, которые, ну, так прям за собой тщательно ухаживают. Они говорят, какой обалденный вот этот крем, гель. Особенно вот у кого там боятся, что растяжечки будут или так далее. Да, тут надо заниматься собой в процессе, а не когда уже что-то появится. Роскошная медовая серия. А из этой странички у нас самая красивая серия, мне кажется, это Oriflame. Вот этот дизайн. Это с магнолией и инжиром. У меня вот как раз заканчивается, надеюсь, в этом месяце закончится. Я достану уже с лимончиком. Это гель, мыло, да, жидкое для рук и тела. И я мою руки. Мне очень нравится мыть руки, потому что хорошее качественное мыло. И очень удобно. Не надо мыло там брать в руки, а одно нажатие, и ручки помыли. Классно. И по всем характеристикам очень хорошее. Но мне вот он по аромату не очень подошел. Немножко рисковатый. Но для рук мыть вообще классно. Наши гели. Тоже огромные объемы. Затаривайтесь, потому что гелей много не бывает. И скоро уже лето не за горами. И начнется, да, купание день и ночь. Детская серия тоже по хорошим скидочкам. Тут все можно потереть страничку. Если у вас есть каталог бумажный, то вы это так и сделаете. Шикарная зубная паста. Обязательно берите детям наши пасты. У меня подруга раньше брала все время зубную пасту детскую, потом перестала заказывать, стала покупать в магазине, как-то потерялась. И потом говорит, у дочки очень сильно испортились зубки и вернулась на нашу пасту, чтобы, ну, спасти, что есть. Здесь паста, это паста-гель, она такая прозрачная, и шикарные зубные щеточки. Паста у нас классная тоже. Я, кстати, пользуюсь только Oriflame, если вы заметили, от паст я в восторге. Так, здесь у нас что предлагает нам? Шампунь 2 в 1 и крем-гель для душа в гигантских объемах. Кстати, выгодное предложение. Не вижу цен. Где цены? А, вот, 559 рублей, но здесь 750 мл. И это очень хорошее качество. Так, на этой страничке у нас шампуни в больших объемах, тоже хорошая серия. И покажу вам шампунчик. У меня вот он 250 мл, представьте, вот и то он огромный. А здесь будут 400 мл профессиональные шампуни Hair X. Обратите внимание, Hair X это профессиональная, качественная очень серия. И выбирайте по типу, который вам подходит. Роскошная массажка моя любимая, тоже рекомендую брать. Наши красочки очень хорошие для волос, только я вот сейчас перекрасилась, и мне никакой цвет не подходит, и это меня очень сильно огорчает, потому что я бы хотела пользоваться только нашими красками. Надеюсь, что у нас будет расширяться цветовая гамма, чтобы можно было выбирать любому человеку, да, на любой вкус. Бежит кот, нахулиганил, что-то опрокинул и ругается. Кот, что ты там творил? Так, здесь серия для волос, тоже мне нравится. Отлично, легенькое идет нанесение, то есть нет утяжеления волосам, при этом хорошая фиксация.
Ну, я сама-то не пользуюсь, но у меня пользуется дочка периодически, поэтому я знаю по качеству, как, какие средства. Так, мелкое пропускаем. Ароматы. Наконец-то мы до них добрались. Здесь можно потереть страничку, а у меня есть такой аромат. И он мне, кстати, очень нравится. Я брала себе другие ароматы, тоже таких вот в пластиковых. Они дешевенькие, прикольные. Летом это просто невероятно круто. И зимой. Я им пользуюсь, мне нравится после душа, прям на тело. Распыляю немножко. Какой классный аромат. Так что рекомендую вам этот прекрасный аромат. Парфюмерный спрей для тела. И далее у нас, конечно, ароматов очень много в Oriflame. Кто смотрит видео, ребят, обязательно заказывайте пробники. То есть прежде чем приобрести аромат, его нужно подегустировать, походить с ним, как в одежде. Открываете пробник, наносите вот сюда, вот на зону запястья, вот где пульсовые точки самые горячие. Он быстро раскрывается, и вы уже можете оценить этот аромат в течение нескольких часов. Потом опять его нанести, то есть походите с ним, поживите с этим ароматом, прочувствуйте, что он действительно вам нравится, что он хорош так, как вы хотите. И покажу вот еще аромат маскарад, необычный очень аромат, начиная с его дизайна. Я, конечно, сразу западаю на флакончики в первую очередь, потом уже аромат. Аромат очень интересный, он цветочно-фруктовый, древесный, у него хороший такой состав. Достаточно стойкий аромат, хотя это туалетная вода, но она держится хорошо. Часто меня спрашивают, как аромат держится. Этот держится хорошо, мне прям он очень нравится. Следом у нас такой аромат никогда не брала, но могу сразу сказать, это очень стойкий аромат. Здесь можно страничку потереть. Как-то я в пробнике погуляла, но немножко не мои нотки, хотя приятный. Я просто здесь, видите, не вижу фруктовых нот, а я очень люблю, чтобы были фруктовые нотки в восточных ароматах. Это один из моих любимых. The One, просто Discuse, просто потрясающий аромат. В нем не слышится клубника, прям, хотя здесь в составе малина, но я прям слышу, как будто бы живая клубника стоит в доме, целое ведро клубники благоухает. Вот настолько вкусный аромат. Как-нибудь его обязательно повторю, потому что его люблю и я, и моя дочь его тоже обожает. Обязательно возьму пробник восточно-цветочный, но здесь зеленая груша, ваниль, а это и мои любимые нотки, просто их очень люблю. Обязательно подегустируем, тем более, что это будет Натали Лорсон, создатель этого аромата, и очень мне понравились ее шедевры. Один из них у меня даже есть, это аромат Sublime Nature Тонко, то есть с бобами тонко. Мне он очень нравится, такой необычный. И флакон дорогой, крутой, его прям берешь в руки, как будто слиток золота в руках. Аромат очень стойкий, богатый состав, и я его очень люблю, даже экономлю, чтобы быстро не израсходовать. Так, здесь у нас очень много парфюмов. Так, парные ароматы. Я вообще люблю парные ароматы. Экла. У меня есть чуть-чуть остаточки женского Экла в Мадемуазель. И вот кто-то меня спрашивал, даже в отзыв, да, в личку, наверное, мне писали, какой аромат больше понравился. Новый, который будет парный аромат женский. Забыла, как он уже называется. Или Экла Мадемуазель. Ну, честно говоря, мне больше нравится Экла Мадемуазель, потому что это яркий аромат. Он незабываемый, он выразительный, он узнаваемый. То есть сразу понимаешь, что это мадемуазель. Я его люблю, и он и стойкий, хотя это туалетная вода, он очень стойкий аромат. Мне, в принципе, Экла нравятся практически все ароматы. Ну, не практически все мне нравятся. Единственное, просто черный флакон мне немножечко уже поднадоел. А все ароматы Экла, они шикарные. Поэтому я, конечно, бы выбрала его. Далее, тоже парный аромат, So Fever, классный, вот у нас тоже был такой, вот в нем явно там малина тоже чувствуется, смородина, классный, фруктовый, аромат On The Eagle тоже у меня есть, и вот они в моих любимчиках, все ароматы, которые в этом каталоге, они все в моих любимчиках практически, видите, и этот аромат мне нравится, пол флакона использовано, это говорит о том, что аромат зашел прям с удовольствием. А здесь просто бомба. Во-первых, мужской аромат с огромной скидкой. Шикарный аромат. Вот просто один из моих любимых. Может быть, даже Мише его закажу.
потому что, ну, прям нравится мне. А на этой страничке мисс Джордани Интенс, у нее же язык заплетается. Тоже понравился аромат. Это парфюмерная вода. Очень стойкая, красивый флакон такой с закруткой, да, как бы необычной формы, и крышечка, все очень здорово. А еще больше понравился дизайн сопутствующих средств. Это лосьон для тела и парфюмированный крем для душа. Я крем не стала брать из ванной, у меня есть, а лосьон, он просто невероятный. Он просто очень вкусно пахнет, то есть он такой же, как и... Ну, он беленький, просто вам показываю, что он не сиреневого цвета. Он также пахнет как парфюм. Очень красивый дизайн, классно впитывается. И прям обожаю его. Вот невероятно, вот бывает, что любовь с первого взгляда. Так вот, это к ним как раз проснулась. Здесь у нас ароматики из серии Collection. А, мужская серия, вот куда они ее запрятали. Я всегда говорю, девочки, сами ухаживайте за собой, не забывайте про своих мальчиков. И Novage вам в помощь. Это очищающий гель такой прикольный, черненький. Ой, выдавила много, засмотрелась на картинку. Ладно, оставлю, скажу Мише, чтобы умылся. Как вам повезло. Шикарные средства. Крем и сыворотка, да, сразу видно, отличаются. Такие классные флаконы, брутальные, очень увесистые, стекло матовое. Красиво сделано и очень приятно пахнет. Когда Миша умывается этими средствами, то сразу прям просто его хочется обнять и поцеловать. И крем для глаз. То, что надо мужчинам, да, тут шарик, он крутится, и там небольшое количество крема. Потому что мужчины обычно не знают, сколько им нужно надавить, и обычно, да, и могут перестараться. А здесь все, как говорится, все продумано. И хороший ценник. То есть недорого для такой серии роскошной. Очень доступно. Мужские аксессуары. Кстати, у нас есть вот такой вот у Миши триммер мужской. И он им пользуется и постоянно очень доволен. Классный. И очень много лет уже служит. Кстати, даже не вспомню сколько. Так, что здесь? Часики мужские. Это, кстати, тоже мужские гель и мыло. Это для мужчин разработано, хотя они нравятся и женщинам. Дейзики, как я их сокращенно называю, на самом деле это дезодоранты, антиперспиранты. Мужские ароматы. Опять же, все, берите пробники, мой вам совет, чтобы не ошибиться. А шикарный аромат Excite от Димы Делана. А это новинка. Вы посмотрите, черного цвета. Обязательно закажу Мише вот такое мыло. Средство для души и волос, умывания. И мочалку. Мне очень нравится. Пусть будет в ванной. Что-то. Пеной он не пользуется, потому что он бородатый мужчина. А вот это все будет очень классно. И завершает последняя страничка каталога для влюбляшек. Это... новый крем для рук и мыло в форме розы. И прям вот я потерла страничку, вот как будто я нюхаю цветок розы. Если закрыть глаза и понюхать, то реально чувствуешь ощущение, что это роза в руках. И очень красиво сделано мыльце, оно будет красиво выглядеть в мыльничке в ванной комнате. Обязательно закажу, потому что я люблю новые кремы и новые мыла. У меня их всегда очень много. Фух! Кто досмотрел до конца, вы огромные молодцы, потому что информации очень много. Действительно, я постаралась рассказать подробно о каждом средстве, которое я особенно очень люблю. Я понимаю, что все я не смогла раскрыть, все секретики, поэтому жду ваши вопросы в комментарии. Задавайте, не стесняйтесь, все, что вам интересно, спрашивайте. И пишите обратную связь, если видео понравилось, ставьте лайк. И, пожалуй, до новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro Stuff Video.